друзьям. Я нахожусь на форуме Private Money. Только что прошло половина заседаний. Вот был Оскар Хартман, наш товарищ из Германии. Очень зажег. Роберт Ролли, то же самое. Я его вижу уже второй раз. Он американец, но мне было не нужен был переводчик. Вот, тут еще Андрей Молчан был и Брайан Трейси еще будет. Здесь огромное количество народу, куча людей меня узнает. Вот, и ну, могу сказать, что первую премию я не получил, получила Кира, обе. Вот, я ее поздравил, было очень приятно. Вот, сейчас уже начинается вторая часть, и я иду. As a child, I had no special talents. I was average in school. But I was very lucky that I was able to start my own business quite early in my life. I will become one of the most financially literate people in this world, no matter what. So in the next 7 years, I invest of my money, of my invested money, is in stock index funds. Now, you don't see bonds here, okay? So there are no bonds here. Добрый день. Я, если можно, сразу очень быстро закончу свое выступление словами: я не знаю, как избежать неудачных инвестиций, и вряд ли смогу вам в этом помочь. Но неудачные инвестиции бывают. У хорошего инвестора их меньше 50%. Просил выступить про перспективы инвестиций, тренды, какие бизнес-идеи сейчас вкладываю, какие инструменты использую для выявления инвестиционных тезисов. Да? Соответственно, когда я делал эту презентацию, она сначала была в 2 раза больше, а потом я думал, как ее сократить, и оставил только то, что привело конкретно моим инвестициям, куда я положил деньги. Все, куда я не положил деньги, я убрал. Поэтому все идеи, которые есть в этой презентации, это идеи, которые вызвали... В «Стране чудес» мне очень нравится там чеширский кот, который очень классно Алису в свое время спросил. Все зависит от того, куда ты хочешь прийти, вот туда и иди. И если говорить про финансы... Поздравляем вас! 204 тысячи подписчиков учатся грамотно копить и инвестировать деньги. И на канале «Автор просто и доступно рассказывает об инвестициях, личных финансах и экономике». Кира, Виталий, спасибо вам большое! Оскар, ну и вас мы не можем отпустить. Команда финансовых экспертов-преподавателей обучила уже более...